Вова, привет. Здравствуйте всем. Всем привет. Ну как у тебя впечатление после финала? Откатал ты программу? Я с собой, в целом доволен, потому что не было сильных срывов, не было бабочек, не было падений. Я боролся до конца. Делал все возможное, что я умею. Да, были несколько помарок на прыжках, но надо работать больше, надо тренироваться больше. Вот. Но так в целом я доволен. Как настроение? Как травма твоя? Травма беспокоит, да, на обезболивающем катаюсь, но это все лечится, это все вылечивается, и я хочу дальше улучшаться, хочу дальше работать. Я думаю, что все это поправимо, это все проходит. Что пожелаешь нашей следующей спортсменке Кате Рябовой, которая еще только готовится к прилету сюда? Я ей желаю безумной удачи, я знаю, что она очень дисциплинированная девочка и сделает все возможное, чтобы показать хороший результат. Поздравляем тебя, счастливо. Всем спасибо. Пока.